привет! Уже готовы к трудовому дню? А я хочу вам показать несколько упражнений, которые помогут привести мышцы в тонус. Вы сможете делать их прямо на работе. Для этого вам понадобится только стул. Во время рабочего дня дайте возможность мышцам спины расслабиться. Облокотитесь руками на спинку стула и хорошенько потянитесь. Делайте так 3 раза по 10 секунд. Обязательно уделите внимание ногам. Сделайте легкую растяжку. Поставьте ногу на стол и тянитесь коленом вперед. Даже на работе вы можете сделать силовое упражнение, чтобы подтянуть трицепс. Локти должны смотреть назад. Опускаетесь вдоль стула. Повторите 10 раз. Переходим к приседанию. Держите спину прямо, задевайте стул ягодицами. И так 10 раз. А теперь упражнение для пресса «Книжка». Сядьте на край стула, подтягивайте колени к себе, делая акцент на живот. Заботьтесь о своем теле всегда и даже во время рабочего дня. И оно ответит вам тем же. С вами была Хасанова Ольга. Пока-пока!